ребята, а в чем вопрос? У нас благоустройство ЖКХ города Николаева. Я поддерживаю. Давайте поставьте, пожалуйста, это, снесите его с голоса, и мы сделаем такое обращение к главам фракции. А в чем вопрос? У нас комиссия, форум есть, форум, можем работать. Нет, сейчас я говорю. Я не собираюсь работать. Так, а как же тогда этот вопрос? А бывает, тогда обращаться? Значит, смотрите, значит, уважаемые коллеги, я не вижу перспектив работать в таком ключе. Когда вы, Олег Петрович, сводите личные счеты с вашими коллегами, при этом не голосуете за их вопросы, которые действительно сегодня очень важны для города Николаева. Остальных коллег, как бы, я просто корректно так выскажусь, каждый приходит тогда, когда он хочет. Я не собираюсь работать в таком составе. Поэтому давайте, пожалуйста, либо готовим обращение на глав фракции, либо я больше вообще тогда ноги мои здесь не буду. Это не третья попытка. Я пришел из уважения к Татьяне Викторовне для того, чтобы поддержать два наболевших вопроса. Вы, как заместитель директора департамента ЖКХ, даже не доуслужились взять на контроль несчастных этих людей с ограниченными возможностями, чтобы им сделать небольшой такой съезд и сделать благоустройство в их помещении. И вы сейчас нам сидите и рассказываете, что я вот такой вот плохой, я вот там третий раз у вас там обманываю. Да мне... Глубоко. Какие еще будут изменения? У нас с директором АПП вот запланировано, есть один очень срочный вопрос, который прямо влияет на деятельность предприятия и подготовку к отопительному сезону. Вы знаете, по результатам бюджетной сессии из 35 необходимых миллионов выделено всего 2. Поэтому предприятие всяческими способами пытается выйти из тяжелого материального положения, инвентаризировало свои отстатки от неработающих систем теплоснабжения, которые частично уже пришли в негодность, как можно сказать, помню еще, вот, составило реестр этих данных и просит управление по коммунальной собственности дать разрешение на списание этих средств вместе с тем, чтобы пополнить счета предприятия для выплаты зарплаты работникам предприятия. Если можно, это вопрос номер 84 в повестке дня. Поставите на голосование. Давайте так все не разбежались. Здесь сколько обратились? 638. Разделите.